Привет, дорогие друзья! Сделал переходник с авто на вакуумный насос. Внутренний диаметр резинового шланга 6 мм. Пришло два клапана, один с трубкой длиной 10 см. Диаметр где-то 6,3 мм. Второй чуть покороче, 7 см. Диаметр где-то 6,1. Заказывал как 6,0. Ну, в общем, шланг 6,0 удалось натянуть на 6,1. Думаю, хомут можно было бы не ставить. Хомут 8-12 меньше найти не удалось. Если не путаю, клапан, который с трубкой длиной 10 сантиметров, продавался как 10 штук. Пришел один. Ну, вот так вот задумано. Еще у меня появилась вакуумная смазка. И сверло Форстнера на 13. Колпачок от хлоргексидина нормально просверлить не удалось.